Всем привет, всем здравствуйте! Вы с Ириной Якут в Америке на моем канале о сумочках. И, по-моему, не только о сумочках, мы с вами продолжаем разыгрывать лоты. Лот номер 5. Вы себе не поверите, мне пришла такая мысль в голову сказать о том, что девчонки, все, кто выиграли уже, мы с вами, потому что разыграли уже 3 лота. 4-й, 2-й, 3-й, в таком они были у нас порядке. Мы с вами помним, что лот номер 1 мы разыгрываем чуть позже. Мы его разыгрываем вместе с 10-м лотом, ну или в конце. В общем, после того, как мы разыграем все эти 9 лотов. И я думаю, а почему у меня девчонки не пишут спасибо? Их же поздравляют под роликами. Вот, например, поздравили, а они стесняются, они как бы не знают даже, что нужно это делать. Я думаю, блин, ну это ж неправильно, потому что же наша Вселенная всегда слышит. И если мы говорим, ой, спасибо за это, она понимает, что тебе это нравится, и она тебе еще что-то посылает и посылает. Я думаю, вы все со мной согласитесь. И вот я обдумываю вот эту мысль, что сегодня, когда я буду разыгрывать лот, нужно в ролике сказать об этом и попросить девчонок, которые уже выиграли. Девчонки, я же для вас много работы проделала, вы хотя бы с этим согласны? И из-за того, что вы под каждым комментарием, где вот вы были объявлены как победитель, под этим видео очень много комментариев: поздравляем, поздравляем, поздравляем победительницу. Зайдите, не потрудитесь, найдите час времени, пусть для вас это не составит труда. Это не условие, это просто моя к вам просьба. Поставьте всем спасибо, я знаю, что вы стесняетесь, но как будет людям приятно, которые там подписали «поздравляем победителей» или там конкретно по имени Аллу или Марину или Маргариту. У нас уже такая классная с вами география собирается, потому что Марина, которая 5-й приз, она из Новосибирска, Алла у нас из Израиля, Маргарита у нас, которая вчера выиграла, она, город, я забыла, как называется, но он рядом с границей Эстонии в Ленинградской области. Вот, девчонки, пожалуйста, подзайдите под свои ролики, напишите спасибо. И вот когда я обдумываю вот это, у меня последнее время, ну, так я разогнала свои желания, что я когда что-то подумаю, у меня обязательно это случается. Это вот, знаете, я иду на прогулку, разговариваю со своей сестрой. И просто иду по трассе, где вообще никого нет, потому что американцы не гуляют. У нас там такая дорожка, она тихая, спокойная. Мне так нравится по ней там гулять или вот бегать. И мы идем и разговариваем с ней о чем-то. Она говорит, да вот собрались там наши молодые поехать там с внуками сделать фотосессию. Девчонки, вот я прохожу 2 шага, и немножечко дорога сворачивает. Вот бац, стоят, по-моему, 2 девчонки и 2 фотографа. У них происходит фотосессия. Я говорю, я какое слово не скажу, а у меня со мной это случается. Я почему вам это вот это доношу? Вот я обдумываю, значит, об этом, что надо девчонок попросить говорить спасибо. Ну и всех остальных победителей тоже. Но я вам буду напоминать потом. И собираюсь записывать ролик, думаю, о, а я же его не разыграла, сейчас разыграю. Захожу, делаю ссылку, разыгрываю, все это записала, вам сейчас вставлю, потому что думаю, как бы, ну все, быстренько сделала. Вот это прям буквально было 3 минутки назад. И что вы думаете, кто выиграл? Вот вы не поверите. Давайте вместе посмотрим, сейчас я вам покажу, как это все было. Вот я захожу для того, чтобы скопировать ссылку на 398 видео, где мы лот 5 разыгрываем. Копирую ее. Захожу в интернет на сайт, на котором я разыгрываю. Вставляю эту ссылку и нажимаю на выбор вот этих комментариев. Начинает он считать комментарии этот сайт. 259 комментариев. Я нажимаю «Выбрать комментарий» и вуаля! Смотрите, что пишет Светлана. Спасибо за то, что ты поднимаешь нам настроение своими видео. Спасибо за позитив в розыгрыше участвую. За обзор сайта спасибо. Надо по нему погулять. Землетрясение это, конечно, страшно. Нас часто трясет. Хорошо, что все хорошо закончилось. Вот так вот. Спасибо, спасибо, спасибо во всем комментарии. Я так удивилась, я просто посмеялась и думаю, ну я правильно собралась речь толкнуть о том, что нужно это делать. И все, меня Вселенная услышала, тот, кто хочет говорить спасибо, является обладателем
Светланочка, мы вас поздравляем! Па-бам! Фейерверки! Вы победитель! Ваш лот номер 5 в номер ролика, который вы знаете. И мы с вами теперь разыграли лот 2, 3, 4, 5, 4 лота. У нас с вами остается 6, 7, 8, 9 и 1 с 10. Вот такая вот ерунда. Светлана, я жду от вас сообщение в мой WhatsApp. Будем собирать, откуда у нас эта география девчонок, которые выиграли. Так, плюс 7, 913, 606, 11, 44. Еще раз поздравляю, жду вашего сообщения. Ну, это все, что о лоте пятом. И все о моем сообщении. А чтобы добавить вам ролик, я сегодня вот думаю сейчас пойти... Джинсы померить. Мы сегодня случайно заехали утром рано, там надо было по делам съездить. И подъезжаем к магазину, который там американский, D&B. Кто в Америке живет и знает этот магазин. И там как раз вот очень много ковбойских джинсов. И он, оказывается, открыт. Мы, правда, подъехали, когда он был закрыт, потому что он с 10, а мы рано были, около 9 часов. Вот. Но для меня это просто стало новостью. Я говорю, так он открыт, что ли? Мне можно идти видео делать? Может быть, я сделаю видео. А может быть, нет. Я еще не знаю. А пока добавлю вам вот такую вот фигню. Помните, я когда делала под Джома Шоп, по-моему, обзор по сайту, и как раз я там вот делала по коуч, и мне тут же Лариса пишет, так, Ирина, ты пока думаешь про эти очки, которые ты себе хочешь заказать? Мне уже заказывай. И взяла их и заказала. И они сегодня приходят, сколько? Дня 3, наверное, прошло. Ну, вот в конце недели мы заказывали, наверное, а может быть и в субботу. Это с сайта с XPM, бац, извиняюсь. Они уже пришли. Смотрите, какая прелесть. Это вот эти очки я себе хотела. Мне чем нравится, что они вот тоненькие. Вот эти вот у них дужки очень легенькие. Потому что я не могу, мне когда на уши что-то давит, я не могу кепку носить из-за этого, не могу, ну, долго. Не могу ободки, очки. То есть мне нужно, чтобы было свободненько-свободненько. Вот она, эта прелесть. Вот так вот они тут глазки удлиняют, вот эти вот уголочки. Вот, мне теперь кажется, точно надо. Вот мне все-таки нравится, как я выгляжу в них, в этих очках. Так, это с сайта Джома Шоп. Очки от компании Coach по волшебной цене. По-моему, $69 они там что-то такое стоят. Вот. Так что, если кому нужно, я себе буду заказывать, можете присоединяться ко мне и заказывать это тоже. Это вот это я вам показала. И сейчас я вам покажу еще. Я вам покажу часики. И, по-моему, они тоже с сайта Джома Шоп. По-моему. Да, точно. Джома Шоп. Это часики от Кельвин Кляйн. Эти часики у нас в Казахстан поедут. Это девочка, которая у нас заказала кроссбоди. Зелененькая такая была мужская. Она пишет, так это уже вторую я заказываю старшему сыну, а это теперь младшему сыну. И, кстати, девчонки, у нас вполне аудитория довольно-таки возрастная. И те, кто молодые девчонки, к нам тоже нормально относятся. А то мне тут некоторые напишут, да мне жить осталось 2 понедельника, мне 56 лет. Алло, ребята, какие 2 понедельника, когда мне 56 будет? У меня еще много сотен понедельников будет. И у вас так? Или сегодня девочка пишет. Да, я вот выбираю себе. Что она у нас там сегодня выбирала? Она такой классный браслет заказала. Я его жду. Тоже с сайта Джома Шоп. Я думаю, тоже он быстро придет. С топазами. Серебряный. Он просто обалденный. Он просто такой сказочный. Я его жду посмотреть, потому что я тоже хочу. Я говорю, девчонки, что я с вами делать буду? Мне скоро нужно будет дом покупать для того, чтобы гардероб там для себя делать. Еще один дом для ваших посылок их копировать. Вот, то есть... Вот, и я отвлеклась, да? И та девочка, она говорит, да вот мне уже много как бы лет, а я вот все люблю, всякие ювелирные украшения, всякие вот такие безделушки. Я говорю, ну я тоже, когда буду бабулечкой, я тоже буду любить и продолжать себе покупать всякие такие штучки. Она, ну я не совсем бабулечка, мне 52 года. Алло, ребята, какая вы возрастная, о чем речь? У меня девочке 72 года, да, Тамарочка? Из Грозного. Она вон себе как накупила
крутых сумок. Я их вам показывала. Не знаю, можно озвучивать, что это все ее или нельзя. Молодец, Тамарочка. Если я ошиблась, что вам 72, ну, вам где-то около этого. Я надеюсь, вы не обидитесь, если вам чуть поменьше. Вот. А я в это время тут пока с вами разговариваю. Вы-то не видите, а я уже распаковала эту коробочку от Calvin Klein. Вот такая там коробочка, подушечка в подушечке. Так, сейчас покажу. В подушечке вот такие часики. Я уже их убрала. Думала, что их транспортировать надо. Вот. А потом сегодня же вспомнила, что я вам-то такие не показала. Смотрите, это мужские часы. Они с пленочкой вот здесь вот, поэтому... И вот она пленочка, я ее не отклеивала. Вот такие вот классные. Ну, естественно, это не золотые, это с позолотой, но они так классненько смотрятся. Вот они как... Сдвинула. Вот отсюда вот этот... Сейчас съехала. Короче, вот ремешочек у них, с одной стороны, вот видите, там такие ребрышки у него есть. Ну, они прям еле-еле заметны. Вы их даже... Ну, я их даже не очень чувствую. Вот. Это вот застежку я вам хочу показать, как они закрываются. И это вот по Calvin Klein, что-то у них такая цена прям сладкая-сладкая. Вот, вот так вот они закрываются, вот здесь вот. И, то есть, вы всегда можете отрегулировать их, и никогда у вас не будет здесь разнашиваться дырочка от ремешочка. Вот такие вот волшебные часики от Calvin Klein девочка себе заказала. Не себе, это мужские, это она кому-то заказала. Первому сыну была сумочка, это второму сыну, это часики первому сыну. Ну, скоро придет за вторыми, значит. Сейчас вот эти доедут до Казахстана, они их поносят. Я вас жду. Возвращайтесь ко мне за часиками. Так. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Всего вам доброго. Спасибо вам огромное за ваши комплименты. Я надеюсь, что я немножечко вас подзарядила. Тоже сегодня еще и у нас с вами подарки еще есть. Надежда на то, что вы победите, у нас еще есть. Я всех целую, обнимаю. Не болейте, пожалуйста. Всем всего доброго. Пока-пока.